Якутск готовится выбрать новую площадь или городской парк. Напомним, 18 марта жители 5 городов региона смогут проголосовать за лучшие проекты формирования комфортной городской среды. Пункты для проведения голосования для удобства граждан организуют в участковых избирательных комиссиях во время выборов. Президента России продолжит Кристина Якупова. Весь прошлый месяц в Якутске отбирали лучшие проекты для благоустройства. Предложения горожан попадут в итоговый список для голосования. Скверы, парки, зоны отдыха. Всего 8 проектов. «2016 год. Сносят аварийный дом на Курашова. Один из последних ветхих домов города». Сегодня здесь предлагают разбить сквер труженикам тыла и организовать большую автомобильную парковку. Ну, не важно какой, но сквер должен быть. Конечно же, сквер. Конечно, парковка – это очень важное дело для любого автолюбителя. Но я считаю, что в нашем городе как бы лучше обустраивать путем открытия скверов, каких-то парков и так далее. Сквер-то нужен для того, чтобы можно было поставить скамейки и, скажем, люди почтенного возраста могли бы посидеть, отдохнуть. В нашем городе мало достопримечательностей, я думаю. И это еще центр города, поэтому я думаю, что было бы хорошо. Еще один проект – площадь ворота Якутска. Территория выбрана недалеко от аэропорта. Пока местность не благоустроена. Но по замыслу авторов идеи она должна стать одной из главных площадей столицы региона. Площадь – идея хорошая. Ну, я думаю, конечно, лучше было бы площадь, чем в таком состоянии пока она. И побольше бы самолетов поставили исторические, которые здесь эксплуатировались ранее. На площади планируют обустроить парковку, универсальные площадки для любителей активного отдыха. Но это лишь в том случае, если жители города проголосуют именно за этот проект 18 марта. Последнее слово остается за горожанами. Кристина Якупова, Илья Сыромятников, Якутск.